Здравствуйте, дорогие друзья, рад приветствовать. Вот, продолжаем наши вылазки. Там поле, где мы чешую собираем, и мы туда, я думаю, сегодня еще вернемся. На этих полях мы тоже ходили пару раз, но здесь трава была. Здесь медаль я поднял. Медаль, к сожалению, пока до сих пор лежит в мыле, непонятно, что там написано. Стерня высокая, но вроде мягкая. Попробуем по ней походить. Ладно. Не забываем, переходим на музыкальный канал. Ссылка в описании. Экспериментальный. Ну, я уже рассказывал. Ладно, смотрим, что получится у нас. Катя, да? Так, у нас первый сигнальчик. Сейчас покажу. Здесь тропы везде уходят. Звериные. Они как-то на ту сторону перебираются. Ну, речка неглубокая. Убитая, да? Ну, что ж поделаешь. Хотя бы так. Вот такая штучка. Я здесь и Николая Первого пятак. Ну, да. Так, следующий сигнальчик. У нас наконец-то серебрушка выскочила. Нечастая в этом году. Мало почему-то их попадается. 10 копеек, 27-й год. Ну что, не может не радовать. Лазаю здесь по берегу реки, по крутому. По высокому. Копеечка. 49-й год. Следующий сигнальчик. Совет вот такой убитый, гнутый. 20 копеек, вот непонятен. Сейчас туда попробую слазить. Еще сигнальчик. Копеечка 1039 года. Советики пока лезут. Следующий сигнальчик. Пока советики идут. 2 копеечки. Ну, среди советиков есть шанс найти серебрушечки, иончики. Почему-то сегодня все советы поздние гнутые. 5 копеек. 61-й, что ли, год. Скажи. Друзья, что-то непреодолимо потянуло на чудо-поля. Заехали в самый конец. Пробитое, да. Заехали в самый конец, это клещевальня. Тот, кто смотрит, тот знает. Только отошли вот от машинки, ямка. Шуя. Интересно такая. С дырочкой. Сейчас приближу. Вот такая вот. Какая-то странная. Такое ощущение, что это не на лошади, а на каком-то. Князь Великий. Следующий сигнальщик. Николай один. Копейка. Живая? Ну, относительно. В общем-то, если мыль полежит, то может быть. Глубоко, блин. Ну, здесь а, вот да, да, возможно, да. Возможно. Живет. Только это 1/2, по-моему. 1/2? Хотя нет. Ладно. Пойдем проверим. Здесь классика жанра. Крестик-лепесток целенький. Переехали на картошку. Что-то на чудо-полях ничего не дают. Продолжаем сбор чешуи. Вот такая вот липучка. Берешь? Уберю. Тут поверишь в эти. Сразу же нам дали на чудо-полях чешуйку, сразу же вот возле машины. Это, наверное, намек был, что типа не теряйте время, не езжайте на поле на чешуёвый. Надо прислушиваться к знакам. Солнце уже к закату движется. Да, сегодня немного, но все равно выскакивает. Скорее всего, придется ждать следующего года, когда его перепашет, снова повылезает все это. Что понятно, что предел существует. До которого
прибор достает, а дальше уже все. А ее тут много. Солнышко зашло, уже темно. Завязываем. Что это такое? А, типа жаканчик, что ли? Ну вот, сегодня не густо. 7 чешуек. Что-то сегодня не очень насобирали. Серебрушка 27-го года. Зачет идет. Ну и все. А, ну и картошки набрали, естественно, опять. Мешок не взяли, придурки? Вот теперь таскаем. Ладненько. Прощаюсь. Спасибо за то, что смотрите. Всем пока.